Жива хотя бы игра или нет? С тех пор не заходил. А, не, я еще заходил. Так, смотрю, Deathmatch 41 человек, хуя себе. Осада. Осада, офигеть, нету. Один человек только. Это тот самый сервер, на котором мы с тобой играли. Кто не играет там еще? Так. 18-50. Battle. Не знаю. Можем попробовать Commander Battle тоже, если хочешь. А это где это что? Это ты выбираешь взвод, которым командовать, и О. будешь в роли офицера командовать взводом. Нормально. Типа, ну, сам выбираешь пехота, кавалерия. То есть это то же самое, как мы с тобой, допустим, играли по локальной Я сети. помню, да. Сервер EU Commander. За Австрию заходи. Как было найти тут? Сервер. Я не А ты вижу. просто повсюду галочки, по-моему, поставь, у меня там А, повсюду стоят. командование. Вот, типа, говорю, командование, 18 человек, да? Да-да-да. Австрия, Пруссия, ну да. Австрия. Линейная пехота, я беру венгерскую. И тут надо Ну будет а чё ждать, я пока... не... Ну, жди. А И пока раунд не закончится, да? закончится, да. Да. Можем пока понаблюдать, как тут месяца. Смотрю, Ландвер. Месяца с кем-то. Так, кто это? Мы за прусов, я за прусаков смотрю. Блять, прусаки красивые на самом деле. Ну я тоже, если бы можно было, я бы запросил. Оба. Вот мне нравятся вот эти вот синие формы, вот Ландвер. Интересно, да. Вот они мне нравятся. Куражка, вот, крест. Вообще охуенно, мне нравится. Они фашист ли ты часа? The fuck you say to me, you little shit! Блять, это все, что осталось от Австрии. Идеи я не поддерживаю, но стиль у них охуенный. С этим спорить сложно. Ну, мне у фашистов тоже там охуенно нравится их стиль. Чуваки на стиле. О! О. Кем? Блять. Кого мы выбираем? Выбирай. Я прус. Окей, давай на прусю. Так, все, Ландвер. Погнали нас. Опа! Так, фулгрим, вижу. Где мои? А ты кто? Я Альдента. А, во. Так ты мог за русских идти? Хуя. А где моя народ? Ждем, ждем, ждем. Сейчас будет ресет. Вот. А чё мне ха... А, во, вижу. Все, блядь. Пустыни русские с прусами. Вообще охуенчик. Так, 0. F2. Follow me. Что, идем вместе тогда? Ну, давай. Так, смотрю, у нас даже арта есть. Пена. Где он на левый фланг, короче, тогда? Так, а где он, левый фланг? Где вообще враг? Ну, да, он... Там, где я, ага, видишь, вообще? Ага. Окей, ладно, идем. Кстати, достаточно реалистично, что мы тоже, знаешь, я за прусаков с польским флагом, но типа там же... Тоже было частенько по... частичка пояс. Так это твой отряд, наверное. Ну вот твой должен быть с зелеными кружочками. Ну, не, я про твой говорю. Я он большой, блядь. Отряд? Да. Еще и знамя есть, ебать. И барабанщик. И флейтист. Охуенно. У тебя тоже, не? Ты же возле меня тут сидишь. Да, это я перед тобой стою. Почему это я стою перед тобой? Бурмарк Ландвер какой-то, да. Блин, кава идет, слушай, надо стоповать. Так, блин, я эту гору, короче, займу. Кава обходит. Так, братья немцы. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen,
Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland! Вот это хотя бы похоже на игру, а то что-то мы изначально с тобой в эти васады, хуисады, блядь, играли. Айс, первый шот в голову получил. Приказ стрельбы по желанию, это, короче, 0, F3 у меня, F1. Fire at will. Ну, у тебя по-русски там, да? А, бля, нихуя не обходит. Блять, хуёво. Блять, сделал залп, никого не убил. Надо отступить, мне кажется, назад. Он отступает, я прикрываю. Ай, да, конечно, блять, прикрываю. Хуя, ты там потерял обморок. Жди, ты, короче, появишься как пехотинец. Ладно, похуй. Мы немцы, мы стоим до конца. Позади Берлин. Позади Берлин, мужики. Да что ты, черт побери, такое несешь? В какой-то пустыне, ну да ладно, хуй с ним. Бля, я чуть потише сделал. Так, во. О, бля, меня ранили. Сука. Так, дочь солдата. Назад. Несем потери. Знаменосца убили. Мы потеряли свое знамя. Позор. Мы, походу, всю малину испортили нашим, блядь, нашему отряду. Положив своих полотряда сразу же. Вот первый залп у них был довольно удачным. Они твоих коцнули хорошо. Вот сейчас вот я своих потерял, причем значимо. Блять. Пизду, я не хочу жертвовать своими. Это хорошо, что я сдох и возродился за мушкетера, блять, а не за флейтиста или барабанщика. Пусть нахуй другие жертвуют собой, мы уходим. А как же Берлин, блядь? Пизду, Ландвер сдает свои позиции. Мы простое ополчение. Да, пускай, блядь, поляки дохнут, ага, блядь. Конечно. Так. И... У меня от поляков тоже уже нихуя не осталось, блядь. Блин! Вы не попали? А? Блядь, я смотрю просто по полосе, я смотрю, наши не попадают уже. Некому попадать. Ебать, у них там лейб-гвардия. Из дама их ранят. Причем из такого далека. Барабанщика тоже, кстати, у меня убили. У меня остался флейтист. Бля! Меня убили. И причем я возродился самым раненым. Опять надо вообще один отряд добить, блядь, что кого? Надо его кортиком запороть. У меня уже неким почти. Осталось 6 человек в моем отряде. Я. Ты где? Я пошел в тыковую. Так, я к вам. Я помогу тебе огнем. Да, минус одного. Минус второго, блядь. Все, за мной, пацаны. И стояли, давали себя расстреливать. Надо было подойти и хуйнуть. Так, ну там у нас партизаны, я смотрю.
партизанов недолет. А вот возле их это лейб-гвардия, так понимаю. Вот они охуенно стреляют, они мы их разъебали, пиздец как. Вот против них у нас шансов точно нет. Нам сейчас, хуй знает, нам уже не в ближний бой, не в перестрелке, мы нихуя сейчас не можем. Не, ну пацаны, позади Берлин. Опять, отступать да. Некуда. Берлин уже просрали, позади Кёнигсберг, блядь. Так, мужики. Ты где вообще? Я вот. Стою за твоим. Так, ну чё, бойцы? Слушай мою команду. Бля, у меня трубка охуенная. Ой, блядь. А ты ещё живой капитан? Не-не-не, это уже другой. Слушай мою команду. Ну, давай. Пошли нахуй штыковую. Давай на левых, тех, кто слева. Погнали. В атаку, вы собаки! Так, умею. Там, слушай, походу эти, если правильно понимаю, там тоже типа ландеры русские, ополчение. Там ополчение, да, партизаны или ополчение? Русские ополченец, да, смотри, да, это они. Все, мы идем в атаку. Мы идем в атаку, ну, я отправился. Я даже не Это просто последний немецкий штурм. Блять, у меня топорик, топорик и сабля. Ну-ка. Все прикол. Я вижу капитана ихнего. Но я, правда, до него сейчас не добегу. Я же делаю вот так вот. Сука, я еще и промахнулся. Ранен. О, наконец-то у меня есть штык. Ком я всех нахуй. Блять, меня убили. Меня захуярили. У меня, походу, один боец только остался. Сука, все, пизда мне. Пиздец, блядь, прикладом разъебали. Слушай, давай в следующий раз возьмем два отряда, так прямо пойдем с фланга штыковой хуяриться. Ну, типа, будем с фланга обходить с тылу и в штыковую. Ну... Блин, у них же даже нет штыков. Ну, у ополчения нету, да. Ну, ты видишь, как они ебашатся прикладом быстро? Я не знаю. Есть. Я просто сдох уже, все, у меня весь отряд полег. У меня тоже, я же с тобой был. КЗ как, поначалу вроде бы у меня было больше солдат, потом смотрю, и быстро как-то всех перестреляли. Я не знаю, если мы пойдем в штыковую, нас быстро поимеют. О, не, смотри, кавалерия, максимально... кавалерия бежит за этими, за ополчением. Пиздец, мы пойдем, смотри. Короче, стратегия, бля, объясняю. Вставишь вставку этого, как чувак там показывает, да, по карте, там, в этом, доске. Короче, стратегия, объясняю. Берем два отряда, я свой, ты свой. Обходим максимально с фланга, чтобы нас мог выцеливать только один вражеский отряд. Он по нам делает один залп, мы подходим ближе. Он делает нам по нам второй залп. После этого мы останавливаемся, хуярим залп я, ты продолжаешь наступление. Потом залп ты, и врываемся вдвоем, блядь. Сечешь? Ой, какая ж это все хуйня. Какой смысл? Тише, дядя Джуниор, я больше не могу. Охуенный план, надежный, блядь, как швейцарские часы. Бля, я думаю, если получится, будет охуенно. Он по нам сделает только два залпа, а мы по нему два залпа, еще и в штыковую. Причем два отряда. Должно быть мощно, слушай.